Одесская область не дотянула до среднего уровня в индексе евроинтеграции и экономического развития Украины. Такой рейтинг подготовили в рамках проекта «Продвижение реформ в Украине при содействии Европейского Союза». Необходимо усилить работу в направлении консультирования малого, среднего бизнеса относительно программ трансграничного сотрудничества, которые доступны для Одесского региона, относительно того, какие запросы предприятия могут делать, стимулирование предприятий к получению статуса уполномоченных экспортеров в странах ЕС.